Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику, где будем прятаться друг от друга. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, вы прекрасно знаете, что сейчас нужно делать, бить огромный палец вверх и на мой видос, и на видос Жеки, набираю 15 тысяч лайков и сразу же выходит следующая серия, поэтому не спрашивайте, когда будет ролик в прятки, а просто влепите лайк, да? Да, быстрее, да. Пойдем! Давай! И подписаться! Давай, подписаться давай, еще! Подписаться давай, не забывайте! На канал подписаться прямо сейчас! И все, иди в сраку, иди в пень! Пристань ко мне! В общем, что сегодня будет происходить на моей карте? Жека попадет в огромные-огромные джунгли. Есть и водичка, и огромные всякие фрукты. Вот перчик, персик, яблоко, лайм, кактусы, тростники, гигантская обезьяна, которая сидит на дереве и чистит свой банан. Я надеюсь, что Жека меня очень долго будет искать. Но в первую очередь, ребята, я еще раз вам хочу сказать, обязательно поставьте лайк прямо сейчас. И прямо сейчас подпишитесь на канал, мне на самом деле будет очень приятно. Да, сейчас мы потопали на карту Евгения. Конечно же, мы его найдем как можно скорее, а потом вернемся на мою карту и спрячемся. И у нас никогда не найдет. Потопали, потопали. Евгений. Привет, Эдисон, заходи на мою карту. Слушай. Ой, так, давай, рассказывай историю, рассказывай. Смотри, все мы играли в GTA San Andreas. Ну, конечно, не все, но я и ты играли точно, поэтому я решил построить сегодня карту из GTA San Andreas. Я уже понял, а почему у меня тут такие жестокие лаги, ты себе даже не представляешь. Да, ну, компьютер слабый, понимаете, Майнкрафт не тянет. Я не знаю, если у меня лагов никаких не было. Ёпер, СТ, это чё за лаги? А что такое? Шо, да шо, у меня шо? Тормозит, как ненормально. Ты что тут настроил? Вот этот самолет твой гигантский, вот он все лагает. Он все лагает, понимаешь? Не знаю, это все не... он, это все он. Ничего понимаешь? Не лагает, у меня вообще нормально все. Нет, это все. Ну хорошо, короче, ты хочешь, чтобы я тебя нашел, да? Да, Эдисон, я хочу, чтобы ты меня нашел. Карта у меня большая, ты-то давай ходи, смотри, я тебя подожду, конечно, и буду. Опересете! Ты меня будешь ждать, да? А давай. Да, где ты меня ждешь? А? Я тебя жду. В хорошем, в очень хорошем месте. Хорошем, вот, да. В очень хорошем месте. А это какое хорошее место? Вот скажи мне, какое хорошее место? Ну, такое прям хорошее-хорошее. Короче, Эдисон, смотри, ты там заметил? Там, понимаешь, не просто Гроу Стрит, там перестрелка, то есть 6 звезд, понимаешь? Нифига себе! Правда, самолетом GTA San Andreas не прилетают. Подожди, а чё это вот тут, где-то, в пещерах каких-то? Вот что это за странные символы, где-то демонов, наверное, вызываешь? Вот тут... Так, это тебе понадобится. Тебе понадобится, главное, ничего не ломай. А, я уже сломал просто все. Ну, хорошо, хорошо. Больше не буду. Больше ничего не буду ломать. Хорошо, так уж и быть. Так уж и быть, так уж и быть. Я больше ничего не буду ломать. Так, а в машинах есть что-то? В машинах? Я не знаю, может быть, и... Это как? Да нет, там ничего нет, мне кажется. А, нет, да, там ничего нету. А, тут еще машины есть. Ёпер! А чё тут столько много НПСов? Ты с ума сошел, а? Не могу понять. Там совсем немного. Да, вообще. Да, вообще нету. Хорошо, тебе нравится, да? Да, роза машина. Во вторую ты залез уже, да? Да, я во все залез. А полицейский ты посмотрел? Там ничего нету, если что, я все. А, да? Ну, хорошо. Я на самом деле говорю, если ты там что-то ставишь, да, там ничего нету. Да, хорошо. Я тебе серьезно говорю. Да, я тоже серьезно. Я тебе серьезно говорю. Да, я серьезнее некуда. Ну так ты будь серьезный, понимаешь? Да собака. Не, ты, ну да... подожди, мне. Ну ладно, не, ничего. Ну давай, давай! Да не, 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 ну я просто тебе говорю, чтобы я еще минуту не убивал, да, я проверил, я все, там ничего нету. Я тебе даже ничего не хотел говорить. Просто я вот хотел тебя затроллить, понимаешь, ты затроллишь. Да. Хорошо. Давай, давай. Так. Яичко не бьется, если шо. Рыба не бьется, если шо. Ничего не бьется. Искусственный интеллект. Давай, проверяй искусственный интеллект обязательно, вот, а я тебе пока тут буду. Это не ты, так что все нормально, да. А где ты меня ждешь? У меня такой вопрос. Где ты меня ждешь? Я тебя жду прям вообще в такой. Ах, так прям вот. Вот так прям вот. Вот так, да, прям. Прям так. Ой, я здесь случайно. Вертолет случайно сломал. Вертолет случайно сломал, это ничего. Ничего. Ну все, теперь у тебя не 6 звезд, теперь у тебя 7 звезд. Понимаешь, на новый уровень перешел. Сломал игру. У меня 6 звезд. Так, подожди, а чё этот НПС сделал? А хорошо. Какой-то читерный у тебя НПС, как я вижу, Жека. Читерный, понимаешь? Читерный у тебя тут НПС, да. А что делать? Что поделать? Понимаешь? Ну тут один. Пацанчик тут один валяется. Крипер бар!
Так, ёханый бабар. Это что сейчас было? Откуда самолет сейчас свалился с неба? Так, хорошо, хорошо. Это на самом деле небольшая проблема, Какая проблема, какая проблема? Мы сейчас эту проблему поправим, подожди. Мы сейчас про проблему поправим. Нет, я что-то не смог поправить эту проблему на самом деле. Я что-то ни хрена не понимаю, что-то происходит. Что это сейчас было? Где ты? Почему самолет упал? Почему все взорвалось? Я не знаю, что сейчас происходит, я не знаю. Но я тебе, короче, дам небольшую подсказочку. Небольшую подсказочку. Знаешь, что ты сейчас должен сделать? Че? Я не знаю, что я должен сделать. У меня все поломалось, понимаешь? Самолет не взорвался, понимаешь? Он должен был взорваться. Я не знаю, почему он не взорвался. Да нормально, он дымился, поэтому все нормально. Да, нормально, но он не взорвался, понимаешь? Да пофиг! Я не знаю, что теперь тебе делать, единственное. Я теперь не знаю, что тебе делать. В смысле? А, то есть ты должен сам был взорваться или чё? Да, он должен был нормально взорваться, а не так, как он взорвался. Но подожди, у меня есть одна идея. Карта у меня очень странная, понимаешь? Вообще очень странная. Да я уже вижу, потому что у тебя карта очень странная. Смотри. Я не знаю, что сделать. Короче, золотой блок, он неспроста, и ты его можешь сломать. Вот прям геймод включите, его сломать. Ой, что за карты такие странные. Понимаешь, у меня все пошло не так, как надо. Самолет должен был упасть, продырявить дырку в полу, там должен был быть сундук, там должна была быть С4, ты должен был с помощью С4 взорвать золотой блок, и было бы все очень даже круто, но все пошло не так. Как сложно, все у тебя как-то сложно через жопу, я тебе честно скажу. Непонятно. Ну да. Я проверял, и все работало, но что-то пошло не так, понимаешь? Где? Вот, ты, привет, ты тут, и почему-то у меня опять не работает! Все, пока! Я убегаю, пока! До свидос, да, умирай! Я в геймоде, понимаешь? Охренеть. То есть, вот, это прикольные прятки, да? давай хотя бы для галочки, иди сюда, да я тебя убью. В геймоде. Пошел в жопу, иди сюда. Ой, стой, я в самолете. Ну не, ну вы видите, как. Че он делает? Че за хрень? Вы просто видите, что. Ну, Алиса, понимаешь, все пошло не по плану. Я тебе реально хотел уже было. В смысле не по плану? Он играет в геймоде один. Так это так все должно быть было по плану. Иди сюда, собака! Это... Пошел в сраку со своими картами ненормальными. Мало того, что он в геймоде, мало того, что на высоте там 200 блоков. Я должен его как-то найти, убить, продырявить пол, взорвать вертолет, самолет, найти С4, ты пехнуться в истребитель, он еще в геймоде сидит. Ну, в геймоде это нормально, как бы мы должны полететь в дальнее путешествие. Пу на тебя, короче. Путешествие. Какое путешествие? Я пошел тебя искать, Заходи на мою карту, Сейчас твоя очередь. Так, у тебя какие-то опять джунгли, да? У меня джунгли, у меня гигантские джунгли. И что самое главное, макака очень проголодалась. И через 5 минут буквально макака начнет жрать всех, кто тут бегает. Майнкрафт завис. А, вот видишь, у меня также на твоей карте все зависало. А что это так? Я не знаю. Короче, Жека, через 5 минут макака проголодается, поэтому за 5 минут тебе нужно меня найти, чтобы мы с тобой убежали от этой сумасшедшей макаки, понимаешь? Я уже тут месяц выживаю на этом проклятом острове. Это типа Джуманджи, да? Да, это джунгли самые страшные в мире, поэтому давай, ищи меня, короче, Жека. У тебя есть ровно 5 минут, потому что макака сожрет тебя и меня тоже. Хорошо. Нет, я уже спрятался, поэтому макака меня не сожрет, понимаешь? А тебя сожрет. Да она ничего не ты, делает. Ты бегаешь по перчику, это перчик, понимаешь? Это перчик. Да, я понимаю. Там есть перчик, там есть лайм, персик, яблоко есть и многое другое, понимаешь? В общем, ищи меня, Евгений, ищи. Так давай. Я не разобрался, подожди, перчики есть, а где персик? Вот оранжевый там персик. Это апельсин. Это персик! Ну ладно, персик должен быть такой с попкой, знаешь, с попкой. Там есть попка, там все есть, просто ты его не видишь. И так, попка, подожди. И задница, и все остальное. Сейчас, я проверю, но я что-то не вижу сама попки, ну да, ладно. Да есть там попка, все там есть. Кактусы. Не вопросик? Подожди, я появился где-то в жопе, в воде, Гамми-мод 1, я улетаю. Я на месте. Хорошо, я тебе еще так скажу, пока обезьянка спит, у тебя еще ровно 4 минуты, чтобы меня найти, ты можешь даже на нее забраться, она ничего не почувствует, понимаешь?
Да, она настолько спит. Она настолько спит, она там просто увлекла своим бананом, понимаешь, и она не хочет обращать внимания даже на тебя. Банан — это вообще круто. Она банан, да? Да, она банан, она банан. Она чистит банан, да? Она чистит, она кушает банан, да. Уже почти кушает. Да? Ой, нифига, я в мошку обезьяне залез, нифига себе, вот это, конечно. Да, и что там интересного? Что там интересного? Ничего тут интересного нет. Тупая обезьяна, тупая обезьяна. Пустая, пустая, пустая башка. Пустая башка, да, обезьяна. Хорошо, хорошо. Так, хорошо, это что? Что у них так, за кнопочки такие? Жека, джунгли очень страшные, понимаешь, очень страшные. Много что всяких... Делают? Да ничего, это просто уши, дебил. Это не уши, на носу. На носу это нос. А, то есть нажми плиты, это нос. Да, это просто нос, понимаешь? Хорошо, хорошо, так. Так, страшная бибизяна у нас, бибизяна страшная у нас тут. Но много всего страшного также есть в других частях этих джунглей, понимаешь? Не, подожди, бибизяна не должна быть, что-то с ней должно быть точно связано. Бибизяна, бибизяна. А почему, почему, давай. Не знаю, не знаю. Нет, я не умер, я упал в водичку. Да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, хорошо. Я тебя жду, я уже на самом деле спрятался. Зависла! Я в ловушку попал. Ты умер. Никакая это не ловушка, понимаешь? Жак, у тебя 3 минуты осталось. Сейчас бибизян начнет всех пожирать. Как тебя, подожди, мне нужно тут это изучить твою карту, подожди. Всех начнет пожирать! А блин, я в это место захожу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя вижу, Евгений. А, да, еще в паутину сейчас бы попасть. Да, ну ты тормози, тормози, давай, давай. Тяни время, да, давай, чтобы бибизяна тебя сожрала в первую очередь, давай. Ага, смотри, бегает он, прыгает он. А куда ты подбежал? Куда ты? Не, на деревья тебе не нужно, я тебе сразу подсказку даю. Это лишняя трата времени. Это я просто сейчас хотя бы осмотрюсь. Ага, осмотрю. Так, где-то тростником я был. Не был там в тростнике, очень много всего интересного. Вот я там еще не был, Жека. Да был я там. И в кактусах тоже. В кактах? В кактах, как ты? Ну хорошо, хорошо. Я умираю, что тут все умирают. Евгений плавает, как водичка, тепленькая водичка, так, или подожди, нет? Подожди, меня тут кое-что напрягло. А чё напрягло? Кое-что меня тут очень сильно напрягло. А чё напрягло? Да не важно, подожди, стой. А чё напрягло? Что-то как-то здесь было странное. А чё странно, ты можешь мне объяснить, то я сам нет, не понимаю. Нет, подожди, а то я спалюсь, нет, подожди. Ни хрена не понимаю, что ты имеешь в виду. Подожди, я слышал, как открывался либо люк, либо дверь. Где? Где? Где я не вижу? В смысле? Я слышал, да где? Я ничего не понимаю, что ты имеешь в виду. В смысле, какая дверь, какой люк? Чё ты вообще? Ты что, наркоман, что ли? Где-то здесь, только я не понимаю, где. Ничего не понимаю, на самом деле. Чё ты вообще имеешь в виду, Жека? Какая дверь? Какой люк? Ты шо? Так, у меня это не затру... Да ж как, где? Ну я не понимаю! Потому что ты тупой! Так где? Нифига подобного, просто... Твои звуков все подыхают, и я не понимаю, где. Как, вы там в яблоке, что ли, или чё? Ага, фигаблики. Я не знаю. В яблике, может. Я не знаю, Жека, я честно бы тебе дал подсказку, но я сам не понимаю. А ты где вообще? Я тебя потерял с виду. Где? Где? Димон! А там еще рыбки, рыбки тебе подскажут. Да мне насрать на этих рыбок. Да... Чё происходит? Рыбки. Я не знаю, секретные проходы же или... Да ничего тут нету, никаких секретных проходов. Да где? Я слышу, ну вот тут, где-то вот тут. Какие секретные проходы? Ну вот, секретные проходы, тут люк-то невидимый, привет. Да, историю расскажу, короче, Жека, слушай. В общем, сидел я тут, сидел, и знаешь, бибизян, вот говорит мне 3 дня назад, типа, Эдисон, вот придет Жека, да, придет Жека. Ага. А вы с ним спрячьтесь в этом яблоке, потому что я вот через буквально, через 3 секунды проголодаюсь, вот, проголодаюсь буквально через 3 секунды, и убью вас! Нормально. Плохая бибизяна была, понимаешь? Надо её наказать.
Яблоки плохие были. Яблоки хорошие были. Яблоками все нормально было. В общем, что я предлагаю, да? В первую очередь предлагаю поставить огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Честно, вот прям Жека честно, да? 15 тысяч лайков, сразу выходит новая серия. Прям сразу же, ставь. Да, а еще, знаете, нужно подписаться на наши каналы прямо вот сейчас, если вы не подписаны, тыкайте подписаться, и тогда вы становитесь самыми крутыми чуваками на планете. Конечно, ребят, спасибо вам огромное за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.